А, так это и есть Гонконг. Кто-то сказал, что это занятное место, полное тайн, смеха и развлечений. Не совсем в моем вкусе.
Тревога! Есть маньяк! Ну, наконец-то! Я просто заберу ваше оружие. А вы, должно быть, действуете от имени Лихонга, мистер. Мое имя не имеет значения. Моя задача – выполнить важную работу так, чтобы мистер Хонг был доволен. Прошу прощения, мне нужно воспользоваться туалетом. Конечно, бармен даст вам ключ. Здравствуйте, чем я могу помочь? Мне нужно в туалет. Конечно, сэр, я дам вам ключ. Thank you.
Хорошее место. Вы правы. Первый раз в Гонконге. Да, к сожалению. Мне нужно уладить кое-какие дела. Так что осмотреться не удастся. Ну, если у вас есть хоть немного времени, можете посетить наш массажный зал на втором этаже. Я запишу напитки на ваш счет. Вы здесь по делу или просто отдыхаете, мистер... Риппер? В основном по делу. Нужно выполнить кое-какие обязательства. В этой части Гонконга редко можно встретить европейцев. Кроме вас, здесь есть еще один. Он сейчас в подвале. Мне сказали, что он пытался вскрыть сейф босса. А в нашем ресторане за такое наказывают. Добро пожаловать, достопочтенный гость. Здесь доступны любые удовольствия. Хороший выбор, сэр. Приятного времяпровождения. Добро пожаловать в обитель порока. Наша работа – доставлять вам удовольствие. Это наша лучшая девушка Мэйлин. Она исполнит любую вашу прихоть. Вы платите наличными или кредиткой? Все будет записано на мой счет в баре. Мэй проведет вас в комнату. Только, пожалуйста, не пачкайте пол. Ну, есть у вас что-нибудь новое и интересное? Я слишком давно здесь работаю. Новости ко мне не доходят. Вам здесь не нравится? Это Гонконг. Здесь нет дела до моих предпочтений. Что ж, понятно. Кто вы такая? Я не та, за кого вы можете меня принять. Как зеркало не всегда отражает то, что вы видите. Я чужая в этом месте. А вы, мистер? Я здесь по делу. Ищу мистера Лихонга. Вообще-то мне нужен его сейф. Ясно. Помогите мне выбраться отсюда, и я, может быть, скажу вам что-нибудь полезное. Хорошо. Договорились. Идите за мной. Я знаю дорогу через крышу и код сейфа Лихонга. Я нашла его в его же брюках.
Вы не очень хороший помощник. Простите. Ладно, идите за мной. Где же вы пропадали? Простите, я уже здесь. Идемте за мной. В подвале находится один из агентов ЦРУ. Я знаю. Откуда? Ну хорошо, вот вам код сейфа, красавчик. Черт! Тревога! Здесь маньяк! Ты как раз тот, кого я искал. Наконец-то. Я так рад тебя видеть. Я тут чуть не умер. Что с тобой произошло? Я попытался открыть сейф мадам на втором этаже, но у меня нет к нему кода. Я думаю, что одна из девушек со второго этажа должна его знать. Я могу помочь тебе. Thank you.
Приветствую, дорогого гостя. Я ждал вашего прихода. Надеюсь, у вас для меня кое-что есть. Возьмите. А взамен скажите, как подобраться к Лихонгу. А? Как у лисьей норы бывает несколько ходов, так есть несколько способов пробраться в логово хозяина. Его резиденция, защищенное место, которая охраняет его лучший личный телохранитель Цун. Туда можно попасть через тайный ход в подвале. Интересно. А есть другие варианты? Вы можете выбрать другой способ попасть к Лихонгу. Путь обмана. Эта бутылочка с белым порошком обладает огромной силой. Хозяин станет беззащитным без телохранителя. Тот, кто вам нужен, будет обедать в ресторане. Thank you.
Отнесите это блюдо мистеру Ли Хонгу. Он скоро придет. Проблема!
сэр. Мы хотим получить машину убийцы, а не просто машины. Когда вы сможете почувствовать боль, много боли, она заставляет людей подчиняться приказам. Не беспокойтесь, он будет великолепен.